опубликованы первые кадры голливудского ремейка «Иронии судьбы». В сети появились первые кадры голливудского ремейка советской комедии «Ирония судьбы» или «С легким паром». Фотографии со съемочной площадки были опубликованы в Twitter. На фотографиях персонаж по имени Марго, Надя в советском фильме, которую играет американская актриса Эмма Робертс, запечатлена с Томасом Манном, он исполнит роль Жени. На кадрах герои фильма празднуют Рождество в городе Бостон, США. Режиссером американской версии новогоднего фильма выступил создатель серии картин «Бабушка легкого поведения», а также лент «Ржевский против Наполеона» и «Гитлер капут» Мариус Вайсберг. Известно, что проектное название ленты «About Fate» в переводе с английского о судьбе. Дата выхода ленты пока неизвестна.